Вітаю, як завжди у цій порі, в прямому ефірі «Тема дня». Я Федір Бондар. Сьогодні гості нашої студії. Анна Павловська, спеціаліст Асоціації служби організації інфекційного контролю. Я вас вітаю. Надія Шульгіна, президент Асоціації медичних сестер України в Миколаївській області. Вітаю вас. Поговоримо сьогодні про санітарно-гігієнічний контроль у медичних закладах. Проблема серйозна, масштабна, можливо, не всім відома. Хоча, я думаю, що багато з наших глядачів так чи інакше стикалися з нею у різних медичних закладах. Далеко не всі вони відповідають нормам, котрі мали б виконувати. Телефон студії 47-74-72. Ми готові приймати ваші дзвіночки, запитання, побажання. Будь ласка, телефонуйте, часу не так багато. А безпосереднім приводом, чому саме ці гості сьогодні в нашій студії, став проєкт, що називається «Чиста лікарня безпечна для пацієнта». Проєкт започаткований кілька років тому, зараз нам про нього розкажуть, а, ну, в принципі, хто з вас почне, кому належить ініціатива? Инициатива принадлежит Ассоциации службы организации инфекционного контроля. Эта ассоциация была организована в 2008 году, и в этом же году совместно с Ассоциацией медицинских сестер Украины был организован проект «Чистая лекарня безопасна для пациента». Этот проект стартовал по Украине в этом же году, однако в 2013 году он только появился в Николаевской области. И вот за этот период уже была проведена достаточно большая работа по лечебным учреждениям. Ну, сегодня более активно лечебные учреждения участвуют в данном проекте. Угу. Єдина лікарня, котра повністю відповідає на даний момент вимогам проекту, третя Миколаївська міська лікарня, ви її представляєте. Надія Андріївна, чому долучилися і наскільки складно було ці вимоги витримувати? Ну, в мире существует проблема госпитальной инфекции, и во многих странах она рассматривается сквозь призму национальной безопасности, да, с украинским. Да. И переступая порог современного лечебного учреждения, каждый человек должен быть защищенный от внутрибольничной инфекции. То есть его здоровью и жизни ничего не должно угрожать. И об этом свидетельствует статус «Чистая лекарня безопасна для пациента». Чтобы получить этот статус «Чистая лекарня безопасна для пациента», нужно было пройти такой трудный довольно аудит, который проводит аудит этот СОИК, служба организации инфекционного контроля. Она проводит этот аудит по всем действующим приказам, которые прописаны Министерством здравоохранения и которые регламентируют работу лечебного учреждения. Получив этот статус, мы знаем, что созданы в лечебном учреждении безопасные условия работы для сотрудников и безопасные пребывания пациентов в лечебном учреждении. Большое внимание уделяет инфекционному контролю руководство и областное управление охраны здоровья и городское управление охраны здоровья. Они своими приказами создали комиссию, все лечебные учреждения были проверены по санэпидрежиму, по соблюдению санитарных правил, которые прописаны Министерством здравоохранения. И вместе с СОИК, службой инфекционного контроля, организацией инфекционного контроля, мы проводили тренинги. Это не только аудит, это еще обучение персонала. Тренинги по обработке рук, потому что по Всемирной организации здравоохранения руки есть одни из переносчиков внутрибольничной инфекции. Поэтому это очень актуально, проводить такие тренинги, обучать персонал. Также мы проводим тренинги по дезинфекции критических объектов и уборке современными системами Вермоп и Мистраль. И я хочу еще сказать, что у нас 13, 14, 15 марта будет тренинг, который состоится в городской больнице номер 3 по адресу Космонавтов 97. Наверное, больше расскажет о этом тренинге Анна Валерьевна, потому что она организатор этого тренинга. Но и зачем это мы все это делаем? Для того, чтобы, да, для того, чтобы в наших николаевских больницах и сотрудники, безопасная работа для сотрудников была организована, и пребывание пациентов. Угу.
Анно, ну давайте про цей тренінг трошки. У мене ще багато запитань буде. Да, ну тренінгів на самом деле ми проводимо дуже багато. Тот тренінг, який планується, ми подобний проводили в ноябрі 2017 року для головних медичних сестер області. Этот тренінг по уборці і дезінфекції поміщень современним ефективним уборочним оборудованням. Это, конечно, внедрение эффективных методик, которая позволяет, во-первых, экономить бюджетные средства, потому что тратится намного меньше дезинфицирующих средств. Это удобство и качество в уборке и в дезинфекции помещения. Поэтому как раз три дня тренинга в марте мы будем приглашать и старших медицинских сестер, и главных медицинских сестер. Это будет практика по уборке и дезинфекции лечебного учреждения. Я, мабуть, все ж таки зараз запропоную глядачам подивитися, як воно на практиці виглядає. У нас є відеосюжет, котрий ми знімали в перших числах лютого, і це на даний момент останнє відділення в Миколаївській області, котре долучилося до проєкту. Зараз переглянемо сюжет, а потім прокоментуємо. Будь ласка. Це вже четверте відділення в районах Миколаївщини, котре отримало статус, що набуває популярності. І хоча вимоги до претендентів не є чимось надзвичайним та давно прописані в нормативах Міністерства охорони здоров'я, виконати їх здатні поки що далеко не всі медичні заклади. Навіть мити руки як слід і чим треба. Переступая порог современного лечебного учреждения, каждый человек должен чувствовать не только комфорт и уют, но быть гарантированно защищенным от внутрибольничной инфекции. То есть каждый пациент должен знать, что его здоровье и жизни ничего не угрожает. Он абсолютно безопасный для его здоровья. И о чем свидетельствует статус чистой лекарни беспечно для пациента? Після проведення ремонту у цьому відділенні постало питання про відповідність оновленого підрозділу Вознесенської лікарні гігієнічним вимогам. Зв'язалися з Анною Валеріївною інфекційного контролю, провели аудити, вони нам предоставили систему «Мистраль», провели нам конференції, обучили нас. І на сьогоднішній день прибирання у нас проводиться згідно всіх наказів, вимог. Ну, дотримуємося санітарно-гігієнічного режиму. Згадана система – це комплекс для прибирання, більш ефективний і економний, ніж запроваджувана нещодавно двовідерна система. Тепер використовується набір чистих ганчірок на визначену площу приміщення, без полоскань і ризику залишити бруд на тому ж місці. Для тих, хто вирішив отримати статус «Чиста лікарня, безпечна для пацієнта», гігієнічні процедури, такі як дезінфекція засобів, стерилізація інструментів або знищення одноразових голок, стають нормою і входять у звичку. Але певний контроль залишається. Через рік після отримання статусу його необхідно підтвердити. Сегодня это 19-я награда в Николаевской области и первая награда в Вознесенской центральной районной больнице. Сегодня как никогда актуален санитарно-эпидемиологический режим, поэтому я надеюсь, что лечебные учреждения области активно примут участие в проекте для создания безопасных условий для пациента и работы медицинского персонала. Ви дивитесь «Тему дня». Я нагадую, телефон студії 47-74-72. Якщо є запитання, побажання, будь ласка, телефонуйте. Часу вже менше, ніж було. Я ще коли готував той сюжет, який ми щойно показали на початку лютого, коли намагався в інтернеті знайти подробиці, що ж воно таке ця система «Містраль», логічним чином перше, що видає інтернет, цей вертольот чи гелікоптероносець французький «Містраль», є такий, військовий корабель. А виявляється, є ще така система для прибирання. Це робите ви, чи централізовано якось вирішується, що найбільш сучасне, найкраще і що необхідно запровадити? Ну, в такому випадку мені хочеться розказати немножко про проєкт, щоб стало зрозуміло, що Асоціація інфекційного контролю идет в то лечебное учреждение, которое само хочет получить этот статус. И когда мы приходим, мы делаем гигиенический аудит. Это алгоритмы гигиенического состояния лечебного учреждения, это расчеты по потреблению дезинфицирующих средств,
количество емкостей профессиональных, которые нужно, это расчет эффективной уборки и дезинфекции помещения. Каждое отделение очень индивидуально, и подходить к нему нужно особо, и мы рассматриваем, какая именно система будет в том или ином случае более комфортно. Системы предлагаются компанией Вермоп, это немецкая компания. Они себя зарекомендовали на рынке Украины более 20 лет. Очень качественные. И это компания, которая работает с лечебными учреждениями Европы. Они работают именно с лечебными учреждениями по уборке и дезинфекции. Поэтому эти системы, они как раз разработаны для больниц. И на сегодняшний день они усовершенствуются. Когда-то была уникальная система двух ведер, которая позволяла и экономить дезинфицирующие средства, и качественно убирать лечебные учреждения. Но мы идем вперед, 21 век, поэтому на сегодняшний день есть новая система Mistral MuBox, которая исключает человеческий фактор в плане ведер. Не нужно ничего придумывать, есть 15 мопов, есть бокс. Берем, убираем грязный моп, мы выбрасываем в мешок для грязных мопов. Поэтому на сегодняшний день есть вот самая современная, это система Mistral MuBox. Поэтому те отделения, где она уместна, прописывается система Mistral MuBox. Це визначаєте ви на місці, чи все ж таки якось асоціація СОІК, можливо, разом з асоціацією медичних сестер, вирішує, що саме це необхідно впроваджувати? Когда мы делаем гигиенический аудит, это становится явным для лечебного учреждения. Поэтому мы проводим тренинги вот сейчас для главных медсестер и старших медсестер. Они сами уже точно знают, какая система для них будет наиболее эффективна. От ви згадали про цю систему Mistral, там, де взагалі немає полоскання. Я продовжу з питання після того, як відповімо на запитання. У нас є дзвіночок, не будемо змушувати чекати. Будь ласка, слухаємо. Алло? Слухаємо вас. Алло, ви мене чуєте? Так, так, будь ласка. Добрий день. Я хочу обратиться к службе инфекционному контролю, к Павловской Анне Валерьевне. А точнее, хочу выразить слова благодарности. Анна Валерьевна, спасибо вам огромное от всех наших девчат. Величезное вам дякую за ваши тренинги, за те знания, которые вы делитесь с нами. А звідки, звідки ви? Вы даете не только нам уверенность, скажите, звідки нашему медицинскому персоналу, но и уверенность нашим пациентам, что в лечебных учреждениях действительно работает четко отлаженная система гигиены. Спасибо вам огромное. Дякую. Ви впізнали, хто це? Ну, нет, конечно, потому что только за последние 3 месяца тренинг по гигиенической обработке рук прошли более 900 человек. Поэтому, к сожалению, голос я не могу узнать. Но спасибо большое. Мне очень приятна эта оценка. Именно для этого мы и проводим эту работу. Для того, чтобы вам стало ясно, понятно, для чего мы делаем эту обработку рук. Для того, чтобы вы увидели эту невидимую никогда для вас перчатку на своих руках. Поэтому спасибо большое за отзыв. Спасибо. Те, що я хотів про що запитати. Ось є найновіша система Mistral для прибирання, є двовідерна, теж непогана, але, наскільки я розумію, не буду казати, скільки відсотків, але більшість наших лікарень прибирають поки що одновідерною системою, наскільки я розумію, так? Наоборот, наоборот. Взагалі без відер? Нет, наоборот, сьогодні система много-многовідерна в лечебних учреждениях, тому що Надежда Андрійовна, наверное, лучше розкаже, тому що в кожному місці, да, і в кожне помещення. Я хотів поцікавитися, ви згадали про облік чи аудит взагалі, який стан у медичних закладах, про те, що робила управління, так? Приказом 236 оговорено по прибиранню двохвідерна система. Ну, що це значить? Одну систему, одно відро ми використовуємо для дезрощення, а вторая для использованих мопов. Поэтому вони пересікаються, і це прописано в приказі 236. Поэтому ніхто її не відміняв. Ту систему одним відром зараз ніхто не моє, моють двома відрами. Но усовершенствована система – це Mistral. Поэтому там бокс, как сказала Анна Валерьевна, и 15 мопов. Не надо ведра таскать уже, скажем так. Поэтому, но все зависит от ценовой политики. Она очень дорогая, и не каждое лечебное учреждение может ее себе позволить купить. Ну, на данном этапе это для нас дорого. Да, Анна Валерьевна? Да.
Загальні дані у вас є? Скільки відсотків або яка частина лікарень хоча б намагаються більше чи менше виконувати у ці норми, дотримуватися, а в яких, ну, поки що минуле чи позаминуле століття? Є такі? Ну, якщо навіть у них нету таких систем двох відер, вони звичайними відрами. Зараз не тільки про це, і про наявність гігієнічних якихось препаратів, дезінфікуючих засобів, і про облаштування відповідне. Ну, зараз були перевірки по лікарням учреждениям, хочу сказати, що всі, ну, пусть не в достатньому кількості, але кожне лікарня учреждення використовує антисептики кожне і старається приблизитися до цим всім санітарним нормам. Угу. Дай Боже. 19 відділень в області вже долучилися. Хто зараз на черзі і з ким працюєте, якщо можна озвучувати кандидатів, так би мовити? Можно, конечно, это не секретная информация. На сегодняшний день около 34 лечебных учреждений области участвуют в проекте, на разных стадиях находятся. Те лечебные учреждения, которые практически готовы к получению статуса, это одно отделение первого роддома и родильное отделение Новой Одессы, тоже очень стараются, и скорее всего, что они кандидаты в получение. Но пока еще проводится работа. А безпосередньо цими днями можна на Фейсбуці побачити, як ви ділитеся фотками, постами про те, що там тренінг відбувся, там. Їх дійсно багато. Да, действительно много. Меня радует, что была возможность посетить далекие места нашей области. Это было Кривое озеро, Врадіївка и Первомайск. Мы провели тренинги в каждом из этих мест, и уже в городе февраль тоже достаточно активный, потому что в феврале тоже больше 5 лечебных учреждений получили тренинг по гигиенической обработке рук. За последние 3 месяца больше 900 человек прошли этот тренинг. Якщо порівняти активність миколаївських в обласному центрі закладів і по районах, можна порівняти? Всі активні. Нема таких, що тільки миколаївці хочуть, а по районах ще придивляються, чи взагалі не хочуть? Всі дзвонять, просять, приїжджайте. Угу. Да, не завжди є можливість зробити цю поїздку швидко, тому що все-таки віддалені міста. В місті більше проводимо тренінгів. Понятно, это дорога, время. Но я хочу сказать, что очень активна в этом году область, потому что мы начали с проектом работать в 2013 году. Но самый активный год это был 2016, 2017 и, надеюсь, самый активный будет 2018. Коли ваша лікарня поступово і зрештою вся стала відповідати вимогам цього проєкту, чи можна чимось, крім таких природних речей, як чистота і безпека, вирівняти зиск, скажімо так, користь, яка відбулася? Дуже багато грошей довелося вкладати в ремонт і облаштування, я так розумію. Потім закупівлю цих необхідних інструментів, препаратів, засобів і тому подібного. Экономить на чем-то удается, завдяки впровадженню нових технологій? Да, это экономия де средств, потому что там в системе двух ведер есть отжим. Вы так руками не сможете отжать, как там механический отжим. Поэтому экономится де средства. Экономически это выгодный проект, хотя затрат тоже очень много пошло на него. Но, тем не менее, 21 век, как говорит Анна Валерьевна, к этому надо стремиться. И это комфорт, это уют, и это безопасность наших пациентов и безопасность работы медицинского персонала. Ну, безпека дійсно. Потому что все рабочие места, критические точки оборудованы диспенсерами, современными кожными антисептиками и дезинфектантами. Это и для пациентов, и для сотрудников лікувальної установи. Угу. Те відділення, пологове відділення Ватасельської центральної районної лікарні, котре було в нашому сюжеті, воно після, ну, капітальнішого ремонту долучилося до проєкту. Напевно, якщо це або геть нове, або повністю модернізоване, відремонтоване відділення, це простіше робити?
Ну, я хочу сказать, что это не основное – ремонт в отделении. Основное – это чистота и соблюдение всех норм и приказов. Но, конечно, когда делается ремонт в отделении, то сразу эти нормы как-то начинают быстрее выполняться. И отделения, те, которые отремонтированы, лечебные учреждения подают на статус «чистая лекарня» обеспечена на пациентов быстрее, чем те, которые не прошли ремонт. Хоть это не обязательно, вот, например, родильное отделение «Новая Одесская ЦРБ», оно не имело ремонта современного, но они достаточно стараются придерживаться всех норм и правил. И я так думаю, что они достойные будут кандидаты в скором времени. У нас ще є один дзвіночок. Послухаємо глядача, будь ласка. Алло, добрий вечір. Добрий. Я клієнт, не знаю, як правильно сказати. Я лежала в 3-й городской больнице. И хочу сказать и оставить отзыв. Спасибо огромное за проект, за то, что в этом проекте участвует эта 3-я городская больница. Сосудистая хирургия значительно поменялась с тех пор, как я последний раз там находилась. Мне очень нравится. Почаще были такие проекты. Я думаю, что мы движемся в Европу. Спасибо. Дякуємо. Ми таки движемося в Європу. Ну, таким чином точно. Спасибо большое. Дякуємо вам. Таким чином дійсно ми, ну, точно не назад, якщо б не впроваджувати саме такі проекти. Я б хотів по процедурі, мабуть, пройтися ще раз спочатку. Можливо, Надія Андріївна додасть трошки. От якщо якесь відділення або лікарня хоче долучитися, от вони вважають, що вони можуть. З чого їм треба починати і по етапах проведіть? Вызывают специалиста СОИ, она проводит аудит, расчет средств и пишет план. Тот вот от единички, ну, наверное, пунктов 12 точно надо пройти. Вот хоть обстысло по всех пунктах. Ну, есть проект, есть методические рекомендации по проекту «Чистая лекарня обеспечена для пациентов». Действительно, для того, чтобы принять участие в этом проекте, необходимо обратиться к специалисту, который в области находится. В каждой области есть специалист инфекционного контроля. Мы выезжаем в то лечебное учреждение, в то отделение, которое хочет присоединиться к проекту. И берем для начала расчетные данные этого отделения, для того, чтобы понять, что, сколько, в каком количестве нужно для этого отделения. Потом делаются определенные расчеты, это таблицы, алгоритмы гигиенического состояния этого отделения. Обязательно прохождение повышения квалификации медицинских сотрудников, тренинги – это обязательное условие для участия в проекте. Это соблюдение и сортировки белья больничного, и утилизация медицинских отходов, и эффективное внедрение современных средств для уборки и дезинфекции. Ну, в принципе, много пунктов, которые должны соблюдать лечебные учреждения, но это ничего такого, чего они не соблюдают, нету. Просто все доводится до одного единого логического задания, завершающего звена, так скажем. Обов'язковий термін якийсь для виконання? Ні. Який може бути? От мінімальний, максимальний? За досвідом. Я можу сказати, що якщо говорити про Вознесенську центральну районну лікарню, то перший раз я побачила родильне відділення в ноябрі 2017 року. А як ми з вами вспоминали, 1 февраля вже було вручення статусу. Я приехала в это отделение, я увидела все, что там есть, мне дали расчетные таблицы по квадратным метрам и так далее, да, сколько количество сотрудников, которые там работают. Мы сделали гигиенический аудит, больница выполнила требования согласно этого гигиенического аудита. Я получила данные про соответствие, и, соответственно, табличка и статус был вручен уже с 1 февраля. Я так думаю, что это один из коротких сроков, потому что отделение, в принципе, было готово. Они соблюдали все нормы и правила. Но самый длительный, не знаю, есть отделения, которые годами идут к этому статусу, потому что то появляется желание участия в проекте, то оно немного перебивается, может быть, другими насущными проблемами лечебного учреждения. Ведь не секрет, что сегодня всем тяжело, и лечебное учреждение находится в достаточно сложной ситуации. И финансово, да, хорошо все иметь и соблюдать, и работать эффективным инвентарем гораздо эффективнее и удобнее, чем старой шваброй и тряпкой, тем более, что ими нельзя и невозможно профессионально и качественно сделать дезинфекцию помещения.
Но для всего нужны средства. Поэтому периодически отделения теряют интерес к проекту, потом он опять появляется. Поэтому есть некоторые отделения, которые годами идут к этому статусу. Я хочу добавить, Третья городская больница в течение 1 года 2 месяцев получила 14 статусов и главную награду «Чистая лекарня, безопасная для пациента» за 1 год 2 месяца. Вот я как раз хотел уточнить, как раз у цієї ріки 2 месяца входит контроль, перевірка, яка перших відділень мала торкнутися через рік, крім того, так? Як це відбувається? Точно, как и получение статуса, абсолютно. Это происходит достаточно у нас позитивно, потому что я могу сказать, что отделения не остались на том уровне, на котором была первая проверка, а они значительно улучшили свое состояние. В некоторых отделениях даже после получения статуса был сделан новый ремонт, переложили плитку, и сделано очень много за этот год именно положительного. Поэтому вопроса о получении повторного статуса третьей городской больницы, ну, в принципе, не возникает. И, как говорится, зауважень немає. Ну, и всех так само стосується перевірка через рік після набуття статусу. В обязательном порядке. Потім через 3 роки. Да. Потім через 3 роки. Да, тобто контроль? Контроль существует. Контроль зберігається. Як глядачка одна сказала, рухаємось до Європи. А от якщо ви можете порівняти і оцінити оці вимоги, вони, зрозуміло, прописані в нормативних актах Міністерства охорони здоров'я, воно є логічним. І тим не менш, вони якимось чином повторюють європейський досвід і взагалі світовий в чомусь? Більше краще, чи вони якимось якось все ж таки прилаштовані до наших можливостей фінансових і таких? Я думаю, що Надіжда Андріївна, да, вони більше совпадають. Вони совпадають з європейськими, да. Тобто тут якихось, поступок немає, враховуючи нашу ситуацію. Обработка рук, это во всем мире, точно так же, как у нас сейчас, так и в Европе, и в Америке, ну во всем мире. В принципе, вони совпадають. Та же система Мистраль по уборке. Там, правда, клининг-система развита в Европе. Приезжает обученная команда да, и убирает профессионально. А мы сами это делаем. Ну, в принципе, мы повторяем то же самое. Не Но задачи одни. И у европейских лечебных учреждений, и у украинских. Не отличаются абсолютно. У нас еще есть один звоночек, а до конца программы 3 хвилинки. Будь ласка, слухаем вас. Алло. Слухаем. Добрый вечер. Добрый. В первую очередь хочу поблагодарить гостей за такой прекрасный проект. Мы приезжали в третью городскую больницу, проходили там обследование МРТ. Хочу оставить свой отзыв в том, что хорошее внимание к больным, хорошая чистая больница, очень все аккуратно. И что меня больше всего порадовало, что в нашей палате был антисептик и мыло. Спасибо вам огромное за заботу. Спасибо. Дякуємо. Можливо, був досвід якихось інших закладів, де цього не було на місці. 2 хвилинки у нас залишається. Давайте ще раз нагадаємо, наскільки це все ж таки актуально. От перед програмою ви говорили якусь статистику щодо хвороб, так званих брудних рук. Да, є статистика Всемирної організації здравоохранення, що болезнь грязних рук входит топ-10 тех болезней, которые приводят к смертности в мире. То есть это очень опасно, очень актуально, поэтому мы проводим тренингов много, особенно для медицинских сотрудников, потому что они, конечно, и сами в зоне риска находятся, и пациенты их находятся в зоне риска. Поэтому здоровье пациента и здоровье медицинского персонала – это и является целью проекта «Чиста лікарня, безпечна для пацієнта». Ну, то есть у меня гепатит, який знов… Все вирусные инфекционные грязных рук, оно таки идет. Поэтому чистые руки – это залог. Давайте вы, как лікар, несколько основных порад, все ж таки, в последнюю хвилину нашего эфира, нагадаем нашим глядачам, как слід уберегаться поза лікарнею. Да, но дело в том, что уже в последние такие события наши у нас происходят, вспышки инфекционных заболеваний. Я хочу напомнить, уже много в этой студии было сказано всего. Не забывайте вакцинировать себя, своих детей, близких, родных. Это вот именно барьер, щит для защиты инфекционных заболеваний. Конечно, надо всегда мыть руки, пить кипяченую воду, потому что у нас бывают вспышки, вот сырую воду пил и тут же заболел. Ну, пейте кипяченую воду, вот такие парады. Все ж таки бажано кип'ятити обов'язково, незважаючи на те. Особенно в такой период вспышки инфекционных заболеваний.
гепатит. Дякую вам. Успіхів у благородній, тут без перебільшення, справі. Дякую нашим глядачам, дякую всім, хто долучився до програми «Хто був з нами» протягом цієї півгодини. Побачимось в ефірі. Все добре.